хочешь сделать? Я хочу, чтобы не было фашистской. Какой фашистской? Зачем сегодня была объявлена полная боевая мобилизация? Чтоб сюда они пришли. Мы все пришли к ним. Если бы они начали сражаться. Пацаны, когда было два раза Майдан били. Когда Майдан били. Где были вы? Я стоял здесь. Я был здесь. Вас я здесь не видел. Не видел, да? Ты меня не видел, да? По-моему, меня уже все знают. Что? Ну зачем сегодня просят тебя? Не надо. Потерпи три дня. Три дня. 22 года, пацаны. Украина стояла. Три дня. Еще ничего раз. Нет. Три дня нам а надо. Почему? Потерпеть. Объясните, почему? После 10-го они сами разрывут. А почему? Ты что, не веришь просто дяде? Я не верю. Кроме бла-бла-бла я здесь ничего не слышу. Да, бла-бла-бла то. Они привозят еще людей. Время давать. Так это, ребята, что будем делать? Вы что, за то, что... Нет. Кто против на Куликова? Против Куликова, чтобы не ходить на Куликова. Против Куликова! Против Куликова, понял? Против Куликова! Чтоб не ходить на Куликова, понял? Саша, ясно? Что за Куликова? Что за Куликова? Куликова! Против Куликова! На Куликова! На Куликова! На Куликова! На Куликова! Кто мы есть? Мы народ? Да! В наших руках наша власть. Если власть, которую мы избрали или не мы избрали, кто-то голосовал, а кто-то нет. Кому-то стыдно, а кому-то нет. Власть, которую кто-то избрал за нас или кто-то за нее голосовал. Если она не представляет наши интересы, кто сможет кроме нас их представить? Скажите мне. Да никто. Значит, есть вы санкции, которые запрещают скопление на Куликовом поле. Есть санкции, которые запрещают сепаратистские движения. Я стоял здесь у Дюка и пойду на Куликово поле. Потому что я знаю, что это непосредственные созывы к сепаратизму. Я слышал здесь Россия, Путин придет, порядок наведет. Будем ждать Путина или пойдем сами? И наведем порядок в своей стране. Сами пойдем, наведем порядок. Слава Украине! Значит, вам не нас надо защищать, а только подраться. И кто вы после этого? Когда мы стояли, где ты стоял? Я стоял! Ты должен защищать! Все! Я призываю, Майдан! Геть тех, кто не придут! Вот завтра кто не придет защищать, больше они не наши защитники! Мы выберем себе других! Сами будем защищаться! Тому ми туди йти не можемо. І Майдан туди також не може йти. Зрозумійте, будь ласка, пропустіть через мозок мої слова. Я знаю, що зараз тут багато незадоволених, які дійсно хочуть йти. Але хлопці, зрозумійте, можемо загинути ми. Але окрім того, що можемо загинути ми, як бойове крило Майдану, можуть загинути оті жінки, бабусі і діти, які підуть за нашими спинами. Ви хочете, щоб загинули люди з Майдану? Ні! Ви хочете, щоб вони загинули? Чи ні? Тоді, будь ласка, давайте будемо робити правильні рішення. Правильна є така. Я вам обіцяю, Куликове поле буде прибране. Але, на жаль, повторюю, на жаль, сьогодні цього зробити ми не можемо. Слава Україні! У мене, власне, є одне питання. Якщо нам відомо, що в них зараз є зброя, то 10-11 числа ця зброя може надійти в ті руки, які будуть її використовувати. Які наші дії в такій ситуації? Пояснюю. Окрім палець, можна теж знайти собі щось цікаве. Повір мені, нам буде чим протистояти проти них 10-го числа.